Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я сразу выражаю благодарность организаторам конференции за возможность выступить здесь. Значит, моя тема доклада была озвучена. Собственно, структура доклада здесь. Меня зовут Александр Смирновский. Я являюсь доцентом Политехнического университета. Ну и, собственно, вкратце расскажу о том, что мы преподаем и зачем. Собственно, для тех, кто не знает, у нас в Питере своя, как известно, атмосфера. Был Ленинградский политехнический институт, стал вот таким. Был физмех как факультет, стал физмех как институт. Собственно, были кафедры, стали высшие школы, ну, в общем, полный бред. Так или иначе, мы готовим студентов по направлению прикладные математика и физика, а профиль называется математические модели, вычислительные технологии в гидродинамике и теплофизике. 50 человек принимаем на первый курс. Собственно, понятно, что наши студенты учатся в основном всяким физическим и математическим наукам, но, тем не менее, они изучают не только их, но и различные вычислительные технологии, в частности, вот численные методы у них идут, это стандартные базовые численные методы, основы вычислительной гидродинамики, чуть-чуть скажу про них, и вот введение в технологию суперкомпьютерных вычислений, потому что область HPC тоже для нас важна. Таким образом, вот как минимум на этих курсах студенты, мы заставляем студентов программировать, хотя им вроде как это не очень нужно. Ну, собственно, здесь представлена специфика нашей реализуемой программы. И вот в процессе обучения наши студенты изучают теоретические, экспериментальные и численные методы решения физических задач. И в основном наши студенты занимаются именно численным моделированием. В основном при помощи стороннего программного обеспечения, в том числе свободного, но также и сами пишут программы. Собственно, для чего нам нужно программирование? Нам нужно, чтобы студенты умели какие-то базовые численные методы программировать, чтобы они могли работать в сфере HPC, если потребуется, чтобы они могли программировать такие методы, как метод конечных разностей, конечных объемов, конечных элементов и другие методы вычислительной физики. В том числе программирование может использоваться как инструмент для анализа и обработки данных. И кроме того, у нас есть магистерская программа, и вот магистерская программа есть, например, в частности, недавно появилась программа, связанная с машинным обучением. Таким образом, вроде как программирование не нужно, но неплохо было бы, чтобы студенты умели программировать. Небольшое отклонение в сторону. Вот в 2021 году в нашем политехе реализуется так называемая программа цифровых компетенций. Я тут на слайде вынес, что они под этим подразумевают. Вы можете это прочитать и ничего не понять, потому что я ничего не понимаю здесь. Ну, собственно, идея в том, что у нас теперь появилось множество курсов, которые называются цифровые. Ну, видимо, наши, так скажем, менеджеры, они руководствовались вот таким, так скажем, соображением, что если студенты знают цифру, значит, они будут много зарабатывать. Ну вот, как пример, цифровая культура — это курс, который идет один семестр, и в рамках этого курса рассматривается, посмотрите, что сети компьютерные, вот то, что рассказывал предыдущий докладчик, бизнес-аналитика — это про R, да, значит, и, собственно, вот изучение языка R. Ну, это известный мем про изучение языка программирования, правда, C++, но понятно, что за один семестр нормально научить, так скажем, всему этому очень сложно. Собственно, мы с 2021 года ведем курс, называется «Цифровой практикум». Что это такое, я сейчас немножко расскажу. И студентов спрашиваем, собственно, кто к нам приходит. Нам нужно знать, да, какие студенты к нам пришли. И мы устраиваем в самом начале опрос. То есть это, по сути, опрос пришедших школьников к нам. И что они нам говорят? Ну, первый вопрос, как они относятся к программированию. Видно, что как минимум половина либо вообще не любит программировать, либо, ну, как бы, ну, программирование есть, ладно. Причем эта тенденция сохраняется от года в год, вот здесь в течение 3 лет. У нас как бы был опрос, и только, так скажем, меньшая половина студентов как-то хотят заниматься программированием. Ну а навык программирования у наших студентов, которые пришли на первый курс, он совсем никудышный. Ну, ситуация улучшается с каждым годом, но тем не менее, то есть к нам приходят люди, которые, в общем-то, не очень хотят и даже не очень умеют программировать, а мы хотим, чтобы они программировали. Что же делать? Ну вот был вопрос, как студенты хотят изучать языки, и вот на этот вопрос, значит, ну как минимум, часть студентов сказали, что они вообще не хотят изучать никаких языков программирования. Останьте от нас, дайте нам корочки, и мы пойдем зарабатывать деньги. Но тем не менее, в основном студенты, конечно, интересуются питоном, но часть из них интересуется C++. И последний вопрос из нашей занимательной статистики — это уровень владения вот, пришедших студентов разными языками программирования. Здесь, значит, две градации — это «что-то слышал» и «могу писать программы». Ну и, как видно, в основном лидирует, по крайней мере, в двух годах, в 2021-2022, студенты, которые знали и умеют программировать на питоне и на паскале. Но паскаль — это, видимо, наследие, так скажем, старой школы. Ничего не имею против паскаля, не имею. Но вот с последнего года начал как-то C++ почему-то вырываться вперед, хотя доля студентов, которые умеют по нем программировать, стремится к нулю, так скажем. Но тем не менее, понятно, что питон идет, видимо, в массы и в школах преподается, поэтому, по крайней мере, студенты его хоть чуть-чуть знают. Ну, помимо этого, студенты знают еще тех языков, даже которые я сам не знаю. Ну, занимательная статистика продолжается. Этот слайд я бы даже не стал выносить, потому что это набивший оскомину рейтинг языков программирования TOB, как важно быть нужным и важным, да, и people. Если бы не одно обстоятельство, что как бы с мая 2024 года в десятку попал Fortran, который, казалось бы, где-то был там болтался на
задворках, но тем не менее интерес к нему стал все больше и больше. И это для нас хорошо, потому что наш курс вообще, вот численное моделирование, оно в основном, конечно, было построено на Фортране, потому что Фортран — это замечательный язык программирования, собственно, он был и остается для того, чтобы реализовывать численные методы благодаря своей простоте и вычислительной мощи. Ну, если мы хотим не Фортран, а почему мы не хотим Фортран? Ну, дело в том, что студенты в основном не хотят Фортран, это первых, и во-вторых, преподаватели тоже уже не хотят Фортран. Ну, такова наша, так скажем, реалия. Из альтернатив обучения студентам, конечно, есть новый язык программирования Джулия, про него, наверное, все, так скажем, более-менее слышали. Он хочет занять эту нишу высокопроизводительных вычислений, но пока еще не слишком распространен, а обучающих материалов, особенно на русском, можно считать, что на нем и нет. Поэтому мы пошли в мейнстриме и стали, решили, что будем изучать Python, хотя для наших целей Python не годится, так скажем. Ну, почему Python здесь написано, почему Fortran здесь написано, и вот мы решили скрестить ужа с ежом и изучать два языка программирования. То есть для студентов, которые не программисты, они теперь у нас изучают два языка. Ну, те, кто занимается IT, знают, что тем больше человек знает языка программирования, тем он более востребован, так скажем, на рынке. Ну, вот тут вкратце содержание курсов наш. Основа как бы на питоне. Мы решили вот эту интерактивную оболочку JupyterLab использовать. Ну, кто если с ней не знаком, рекомендую. Она очень помогает. И, в общем-то, все материалы лекционные у нас как раз написаны вот в этой оболочке. Курсы, конечно, пересекаются очень сильно друг с другом. Но, тем не менее, питон мы преподаем как первый язык программирования, потому что он простой, и студенты уже с ним хоть как-то знакомы. А Fortran все-таки нужен для вот HPC в основном и для параллельных вычислений. Ну, здесь примеры задания для студента. Текст можете не читать, а красивые картинки, так скажем, можно посмотреть, да. Ну, тут это просто примеры заданий. Мы пытаемся делать задания такие, чтобы студентам было интересно, ну, или, по крайней мере, проверяющим было интересно проверять. Сюда, конечно, входят и простые задачки на логические циклы, ну, на циклы, на условные операторы, задачки на вот статистику, в частности, метод Монте-Карло, для того, чтобы студенты с ним познакомились и сами могли его программировать. Ну и вот библиотека SMP, это вот, как говорили тут, что Демидович до сих пор остается важным и нужным, а, соответственно, библиотека SMP — это анти-Демидович. Ну и вот, собственно, я уложился даже быстрее рассказал, чем планировал. Таким образом, у нас наша программа «Прикладная математика и физика» — это готовить специалистов в области различных задач инженерных и фундаментальных, в области физики, в основном вычислительной гидродинамики, тепломассообмена. И, конечно, в основном студенты занимаются использованием готовых программных продуктов, в том числе свободного программного обеспечения. Но для того, чтобы изучать все-таки алгоритмы и уметь самим программировать, мы даем им какие-то навыки программирования, которые, как и Python, при этом я считаю, что все-таки это более-менее универсальный язык. Студенты, которые его более-менее знают, могут дальше пойти в разные области, в том числе там, статистику, да, и R начать изучать, и во все остальное. Ну а окончательный вопрос, окончательный ответ на вопрос, который я вынес в заголовок, так и нет, потому что, к сожалению, не существует универсального инструмента, и вот посмотрим через пару лет, к чему приведет наш эксперимент. Я уже как бы студентов, которые в первый раз обучал, они уже на третьем курсе, спрашивал, как им помогает ли Python. Ну, в целом они сказали, что да, конечно, это хорошо было. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пока готовятся вопросы, можно уточнение? Это студенты первого курса? Да, студенты первого курса бакалавриата. Все любые или ваши физтех из ФТШ? Нет, нет, приходят все студенты, в основном иногородние. Спасибо. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у вас там был кадр, в котором был список алгоритмов, которые должны студенты уметь написать. Вот еще чуть раньше, какие-то вычислительные методы, да? Да, ну там были, но… Вычметоды какие-то. Вот. Продвинутые вычислительные алгоритмы. Смотрите. Несмотря на продвинутость вот того, что тут написано, нет ли пропасти между тем, что они будут как физики, как исследователи, или как исследователи Big Data, или там вот в этом ML, между тем, что они будут использовать на практике, и вот этими вот алгоритмами. То есть не получится ли так, что они научатся какие-то простые вещи, условно простые вещи программировать, потом такой вот гэп, да, и потом они открывают какой-нибудь здоровенный пакет, где все это уже давно реализовано, и пользуются какими-то модными штуками. Вот. Ну, вообще-то так и происходит примерно. Ага. Просто когда они начинают пользоваться этими программными пакетами, у нас есть параллельная, так скажем, специальность, в которой сделали ставку именно на обучение как раз готовым программным, причем коммерческим пакетом. Ага. И там студенты, ну, очень плохо знают теорию, которая лежит в их основе. А мы решили, что нет, теорию должны знать, студенты должны знать теорию, которая лежит в основе этих методов, поэтому в основном те программные пакеты, которые они используют, они вот один из этих методов реализуют. Вот. А почему тогда вот я не вижу в этом списке, собственно, алгоритмики? Мне кажется, что если уж мы можем пользоваться готовыми решениями, которые все равно намного мощнее и круче, чем мы как программисты можем запрограммировать вот здесь, почему бы нам вообще не оставить это изучение как такую практику, а заниматься именно тем, ну, формулировать свое алгоритмическое представление о том, как выглядит программа? Да? Почему я вот не вижу список вот в этих темах алгоритмики как таковой? Не, она есть. В курсах она, конечно, есть. Я просто к тому, что это именно наша специфика.
Конечно, алгоритмика изучается в курсах программирования, так что. Ну окей, ладно. Ну просто вы поняли, да? Вот что, что меня беспокоит, вот этот гэп, да, если мы хотим, чтобы. Студенты в основном не хотят программировать, как их заставить? Окей. А этого они хотят? Вот это они хотят? А это им приходится. А. Гоша уже первым вопросом озвучил мой вопрос, поэтому я другой вопрос задам, который меня тоже очень волнует. Вот был докладчик, который рассказывал про язык R, я не смог задать вопрос. И в данном случае вы упомянули о том, что язык R тоже является тем, что можно было бы изучать. И еще вы сказали прямо в докладе, что Python для некоторых случаев просто в обучении у вас не годится, тем не менее вы его изучаете. Тут я должен согласиться, действительно он бывает менее удобен. Не то чтобы он не годится совсем, но он реально бывает менее удобен в некоторых случаях. Допустим, если те же символьные вычисления взять. Но тут еще я бы рассмотрел на вашем месте как раз вот этот вот набор, ну что-нибудь из набора, язык R, Максима, Октава. Это не наш профиль немножко. Да? Нам не нужно символьное вычисление, нам не нужно статистика. А как это? Вы же там на слайде показали, что вам нужны символьные вычисления. Нет, как это пример, чему мы обучаем студентов, чтобы студенты знали, что такое тоже есть. Это маленький элемент общего курса, а не основа. А, ну тогда понятно, ладно. Я могу перекинуть. Ну. Скажите, пожалуйста, язык R — это функциональный язык. Вообще с функциональным программированием как-то делайте на него упор свой. Нам бы с процедурным, знаете, как исправиться. Ясно. Так что нет. Спасибо. Конечно. Спасибо. Когда. Я уже не помню, кто мы подмастерьем, но она в любви к предмету. То есть вот если преподаватель любит предметы, любит детей, то получится настоящий, за которым можно идти. И если ребенок увидел, зачем это любить, вот тогда у него есть дорога стать мастером в этом. Если в него вколачивать только, то полюбить так не получится заставить. И функциональное программирование здесь идет туда же. У нас мозги по-разному устроены. То есть кто-то в школе решал задачки в цифрах, кто-то решал сразу в символьном виде. И хотя бы заикнуться о том, что есть разные парадигмы программирования, может быть очень полезно. Ну, прости, наиболее говорим. Удобные shell, функциональные языки под рукой — это shell и make, если что. Ну, мы про это говорим, конечно, про парадигмы разные. Но должен сказать, что мы опрашивали студентов, и они сказали, что у многих из них улучшилось отношение к программированию после нашего курса, так что все-таки не зря. Так что любовь возрастает, да, потихонечку. Стараемся.